идеальное предложение сегодняшнего дня, и вы только посмотрите на удивительную красоту. Такое мгновенное преображение интерьера возможно, когда вы выберете наш главный товар дня сегодня. Более полугода понадобилось для того, чтобы изготовить в уникальной технике восхитительный нежнейший тюль волна, который, кстати, сыграет роль и штор, и портьер. 1999 рублей. Цена действует только сегодня. Это эксклюзивная, лимитированная коллекция, которая позволит вам привнести сегодня в дом нотку радости и счастья. Ведь преображение интерьера всегда поднимает настроение всем домашним. Ну и кто же сегодня в нашем российском телемагазине познакомит вас с этим трендовым предложением? Юленька Колосова, более 15 лет, она дизайнер, она с основания на телеканале Шоп-н-Шоу. Еще раз здравствуй, моя дорогая. Здравствуйте, дорогие. Да, сегодняшняя коллекция портьер, тюля, особенная коллекция с французского ридо. То есть не просто тюлевое полотно вот в классическом варианте, который мы готовы воспринимать дома, как вот белый кружевной тюль, а это еще и портьеры. То есть вы можете сочетать в сложных образах такие прекрасные полотна и создавать преображенный интерьер, обновленный интерьер. Осенью это необходимо. Темнеет рано, мы хотим сделать комнаты светлее и, конечно же, привнести собственный необыкновенный стиль в свой дом. И вот такой эффект витражного окна, роскошный панбархат нам как раз позволяет сделать. Панбархат здесь особенный, с уникальными ворсинками, которые дают потрясающий зеркальный блеск. Еще это полотно максимально практично, оно не только эстетично, но и высокопрактично, потому что на биэластичных нитях, на эластановой основе это полотно не мнется, не выцветает до 15 лет, сохраняет структуру ткани после многочисленных стирок. Так что практичные хозяйки тоже сегодня сделают прекрасную инвестицию в свой комфорт. Такие шторы подходят и в гостиную, и в спальню, и в детскую, и на дачу. Я имею в виду, если у вас загородный дом, и вы хотите, например, зал там оформить эстетично. Шторная лента тоже пришита. Вы сможете сразу подстроить под размер вашего окна, использовать, как только приедут к вам портьеры. Мы сегодня поговорим о том, как их встроить в интерьер. Но еще, кроме красоты, эти шторы дают нам возможность увеличивать пространство комнаты, то есть геометрически его менять. Секретов много. Давайте же выберем цвет. Мы приготовили для вас восхитительные, спокойные, классические оттенки, которые впишутся в интерьер каждого дома. Давайте выберем цвет, потому что это лимитированная, эксклюзивная коллекция. И вот, пожалуйста, бежевый цвет. Вы видели, увидите его еще и на нашем окне. Белый, необыкновенный оттенок молочного цвета. Серый, кстати, хочу вас предупредить. Все, кто любит серый, их у нас меньше всего. Коричневый цвет горького шоколада. Причем даже, может быть, цвет какао. Золотой, бессменный, бестселлер, лидер. Ну и вот, посмотрите, очень легко не сминается наш тюль, он же шторы, он же портьеры. Эксклюзивная лимитированная коллекция. Вы только представьте, полгода пришлось ждать, чтобы в технике ридо создать этот восхитительный тюль, расширяющий пространство, преображающий все вокруг. 1999 рублей, цена только сегодня. И, кстати, она на 500 ниже, чем в день премьеры. Более 1000 таких восхитительных вариантов тюля выбрали наши покупатели. И это великолепный вариант для первой покупки. 1999 рублей. Что можно приобрести за эти деньги? Ну, может быть, букет цветов. Да, а вы представьте, как преобразится пространство. Знаешь, сегодняшние тренды, да, интерьерные, предлагают нам минимализм. И мне очень нравится, что наш тюль соответствует этому главному тренду, потому что никакого визуального шума, как сейчас модно говорить, он не создает. Эти волны выглядят очаровательно. Знаешь, вот я искала спокойный, сдержанный тюль, а повсюду цветы, цветы, цветы. Понимаешь? А хочется чего-то спокойного. Все-таки летним настроением уже напитались, да, и хочется действительно какого-то интерьера такого, знаете, философски настроенного, такого спокойного, монументального, чего-то очень понятного, такого ласкового и теплого. Поэтому в этом году действительно сезон осень-весна. Это главный тренд. Теплый, уютный минимализм. Мы наполняем дом деревянистыми оттенками, оттенками сухой травы, натуральными, оттенками колотого камня. Мы много применяем с вами
оттенков драгоценных металлов, жемчуга, то, что дает нам природа. Природа. Да, и именно эта коллекция Ридо, в ее основе именно вот эти пастельные, спокойные, понятные универсальные базовые оттенки, которые сочетаются со всеми деталями вашего текстильного домашнего гардероба. Очень красиво эти искорки зеркального ворса ловят цвета в вашем интерьере. И за счет этого коллекция встраивается, потому что у нас огромное количество зрителей, да, мы же должны угадать. Сразу уже понятно, что бежевый самый популярный. Да. Почему? Конечно, потому что этот цвет теплый, спокойный, универсальный. И этот цвет очень хорошо сочетается в вашем интерьере со всеми оттенками ваших стен, ваших аксессуаров и портьер. Мы помним, это многофункциональная история. Вот смотрите, на Эркере эта коллекция Ридо стала тюлем, а портьеры мы взяли просто основные базовые. Также он может работать как самостоятельный наряд для окна. Восхитительные варианты. Давайте еще раз полюбуемся белым цветом. Но это теплый такой, да, сливочно-молочный оттенок. Такой. Слушай, эффект 3D, да, глубины окна, удивительное предложение. И что, что это за 1999 рублей, это настоящая сенсация. Цены вне конкуренции, и цена действует, кстати, только сегодня. Более 1000 таких вариантов тюля выбрали наши покупатели в день премьеры. Прекрасный вариант для первой покупки. Кому ты рекомендуешь белый? Светлый цвет. Прежде всего, для пространств, лишенных солнечного света, для комнат-футляров. Если вы перегрузили слишком темной мебелью, но не готовы ее менять. Светлые шторы, тем более занимающие такую большую площадь, тем более имеющие мягкий перелив, легкий такой перламутровый блеск, и, безусловно, будут увеличивать пространство. И вертикальный дизайн, вот эти красивые волны, еще и зрительно увеличит высоту потолков. Завораживает, завораживает тюль-волна. Безусловно, хочется преображения не только весной, но и сейчас. Цена только сегодня 1999 рублей. Давайте посмотрим, какая цена была в день премьеры. На 1500 выше. Представьте, на 1500 цена была выше, а это значит, что такой цены не было никогда. Вы долго думали, что выбрать для первой покупки на телеканале Shopping Show? Смело выбирайте тюль «Волна». Он волнующий и волнительный. И Людмила Константиновна из Красногорска написала: «Тюль очень хорош, красивого песочного оттенка, гармонично смотрится с золотистыми портьерами. Доставка быстрая, спасибо». И вам спасибо, Людмила Константиновна, за то, что вы поделились своими впечатлениями. Успейте заказать тюль, который за мгновение преобразит ваш интерьер. Звоните нам.